3 миллиона тенге получит в качестве компенсации мать убитой 9-летней Ани Ткаченко. Накануне завершилось судебное разбирательство по громкому делу. Районный суд частично удовлетворил иск матери убитой девочки о возмещении морального ущерба. Любовь Безматерных подала иск еще месяц назад. Ответчиками по этому делу выступили родители трех несовершеннолетних убийц. В своем заявлении женщина требовала выплатить ей в качестве компенсации по 5 миллионов тенге с каждой родительницы. Суд дело рассмотрел и посчитал сумму морального ущерба слишком завышенной, поэтому удовлетворил его частично. Взыскать в пользу Безматерных Любовь Владимировны с Евдокимовой Елены Викторовны 1 миллион тенге. Компенсацию за моральный вред. Челлер Ларисы Владимировны 1 миллион тенге. Компенсация за моральный вред. И Циммерман Русланы Владимировны 1 миллион тенге. Компенсации за моральный вред.